forget Julian Draxler. Here come the teams. Kylian Mbappe. And they're coming up against one or two familiar faces. Milan Bishevats skippering this. They haven't always had it their own way. Visits to Stade Saint-Symphorien. And he gives it to Mbappe. Flip back into the path of Eddie. There's Mbappe. There, Thiago Motta, Rabiot, Kylian Mbappe stopped in his tracks by Iman. Will be brief and all too rare tonight. I think for this best defence, the majority of the shots heading for Tottenham Hotspur. Chiche cuts it back, looking for Mbappe. Striding forward, gives it to Mbappe. Way through. The young of France's match with the Netherlands in World Cup qualifying. That was when his move to Paris was. Mbappe and set up a goal for Cavani in the 3-0 victory at Gangon the following weekend. And the last couple of them, Mounier, the Belgian international. Mbappe stopped by Neymar, gives it to Mbappe. French football in the last few months. Here's one of them, Kylian Mbappe. Реал Сосьедад провел в прошлом чемпионате левый защитник Юрий Берчичи. Фиксенбург. И там 50 километров между. Ров в элитном дивизионе даже 10 мячей ни разу не забил. Жозарига немного поработал с командой, затем вот Кёнигсбергер возглавил коллектив, а Кавани забивает тем временем на 31-й минуте. И Пари Сен-Жермен открывает все-таки счет. В прошлом сезоне на этом стадионе на 33-й минуте забил Кавани первый гол в матче. В этот раз на 2 минуты раньше. Счет открывает Эдинсон Кавани, забивает уругвайц свой 6-й гол в этом чемпионате в 5 турах. Неймар спокойно принимает мяч, выполняет проникающие передачи. И Кавани передача в штрафную. Васима выходит на мяч, не попадает по мячу, задевает по затылку Мбаппе. Продолжается борьба и нарушает Марсело Бьельса с 32-й минуты. Играла в десятером, сумела она сыграть 0-0. Пробивает Кавани на месте. Кавасим. Молодой голкипер Меца Тома Дидион сыграл за разные. Ставите сегодня Дидион снова только в запас. Мбаппе. Подача на дальнюю штангу. И Кавани упускает верный момент. В эффектном броске Кавасина отражает мяч на угловой. Мбаппе, посмотрите-ка. Убегает на левом фланге. Опять футболисты Меца не успевают. В общем, все чаще и чаще стало это происходить. Тима помогает команде не пропустить. Мбаппе здесь не сумел ударить как следует. Мбаппе. Филипп. Так, а Парис Сен-Жермен Капу не сумел перехватить передачу. А вот Мбаппе отдает пас Неймару. Тот входит в штрафную, пробивает. И Кавасима что там, коснулся мяча или нет? Да, кажется, это был сейв голкипера. Угловой назначает арбитр. Началось все вроде бы вот с мелкой ошибки, не попадал. Мбаппе, снова Неймар. Мбаппе отбирает мяч у Бишевца, но Мбаппе забил. Подготовка не велась, однако, к матчу с Мецем, потому как там в разное время и в разном случае Рабьо и Тиаго Мота вот, на уровне с центральными защитниками они оказались. Неймар. Проникающая передача на Мбаппе. Мбаппе выходит 1-1, но успевает в ногах забрать. Снова Мбаппе с мячом. Бегает Юрий в атаку, но пришел за ним Иру. Добросовестно отрабатывает на правом фланге полузащиты номинальный центральный нападающий Налан Ру. Не зевнул он рывок. Мбаппе. Нгете в этом сезоне дважды выходил в стартовом составе. Сейчас Асою Като нарвался на карточку. 55-я минута. Убегал Мбаппе. Красный.
красная карточка Асоя Кото. Асоя Кото прославился несколько лет назад, признавший, что футбол ему, в общем-то, не очень интересен, и для него это не более чем профессия. Ну, может быть, сейчас вот, что вот в этом он только однажды вышел со скамейки запасных. Центре слева Анкете, и Бесели, да, по-прежнему действует как левый защитник. Пробивает Мбаппе, забивает свой первый гол за Пари Сен-Жермен. 59-я минута. Гости выходят вперед, и Кириан Мбаппе впервые отличается в составе парижского клуба. Всего лишь 4 минуты понадобилось Пари Сен-Жермен, чтобы реализовать численное преимущество, но это все-таки не хотелось держать. На левом фланге обороны совсем не на нет. Драксель выполняет передачу Неймару в штрафную. Неймар отдает пас Мбаппе, и Мбаппе не забивает каким-то чудом. И это чудо имеет имя Муса Ньякате. Не было положения вне игры. Неймар выманил на себя голкипера, отдал пас в центр Мбаппе. Недалеко от Меца и Мбаппе. Мбаппе. У Дижона 11 раз пропустил Тулузу, который 6 голов. Мбаппе. Нет, нарушение правил, считает Себастьян Десиаш. Ну, такое ощущение, словно Десиаш вот чувствует себя обязанным. Футболист Юрий. Расстрел. Кавани 4-1. 75-я минута. Кавани шипами, там, наверное, даже носком бутсы. Мяч в ворот переправил. Сейчас становится крупным. Седьмой гол забивает Кавани. Догоняет он в списке лучших снайперов Радамеля Фалькао. Прострел от Юрия. А в пятом туре парижане уже 4 мяча забили. Здорово действует Неймар, получает пас от Мбаппе, отдает передачу, Мбаппе пытается выйти на удар. Еще один непростой важный матч парижан на следующей неделе в чемпионате. В зоне в домашнем поединке в чемпионате Мецу забить сумел. Тогда он счет открыл на 52-й минуте, Пари Сен-Жермен в итоге выиграл 3-0. Переживает Мбаппе вот эту свою неудачу. Но, в общем-то, впрочем, удалось забить Мбаппе в своем первом матче за новую команду. Пас на левый фланг. Юрий. Писток Себастьян Десиаш со счетом 5-1 в матче пятого тура французского чемпионата. Пари Сен-Жермен на выезде.